первооткрывателей юнгвардейского движения в Хакасии. Во второй школе Абакана зарождается новая традиция – посвящение в кадеты Росгвардии. Обстановка торжественная, у ребят специальная форма с шевронами. Я Капустин Артем. Я Герасимов Таисия. Я Кочеряева Эльвира. Я Шмакулов Игорь. Я добровольно принимаю на себя благородное и почетное звание российского кадета. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Клянусь! Школьники с гордостью приносят присягу и получают удостоверение. Все они прошли конкурсный отбор. Оценивались их успехи в учебе, достижения в общественной жизни. Хочется, чтобы ребята слова присяги, которую вы сегодня приняли, были для вас не просто словами. Чтобы они стали тем ориентиром, который вы возьмете с собой по жизни. Дата сегодняшняя еще знаменательна тем, что 2021 год является юбилейным годом со дня образования Росгвардии. Пятиклассник Алексей Дударев пошел в кадеты вместе со своим другом Игорем Шлапуновым. Этот день для мальчиков и их родителей еще один повод для гордости. Честно, боялись сначала, потому что думали, что будет трудно, но как бы ребенок сам выбрал, поэтому мы пошли. Конечно, горжусь. Он у меня умный. Первое, что хочу, это дисциплины, потому что она у нас хромает. Поэтому хочется, чтобы равнялись на Росгвардию. Я хочу делать жизнь людей лучше. Кадет – добрый человек, самостоятельный. Умный, сообразительный. А можно передать привет? Ксюше передачу, Диме Синицыну. Я решил стать кадетом, чтобы дать пример всем людям, которые живут в России. Чтобы, если они хотят стать кадетами, чтобы у них все в жизни получалось. Я хочу стать ответственным. А ты не ответственный? Не ответственный, но я хочу стать еще лучше. Кураторы, офицеры Росгвардии обучают ребят с сентября. Строевая и военная подготовка, истории Отечества. Особое место занимают уроки по патриотическому воспитанию. И сейчас вот этот огонек в глазах, вот этот интерес и, знаете, серьезный взгляд, когда мы говорим на достаточно серьезные вещи, да, о героях Советского Союза, героях Российской Федерации, особенно тех, кто получили это высокое звание посмертно, вот этот серьезный взгляд в их глазах меня до дрожи пробирает. Завершилось посвящение вальсам, балы тоже одна из кадетских традиций. После обучения выпускникам кадетских классов выдадут характеристику и ходатайство для поступления в институты войск Национальной гвардии России. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.